Здравствуйте, вот наш с вами MacBook. Состояние хорошее. Так, экран заблокируем. Оп, яркость выключаю. Царапин нигде на экране нет. Также яркость прибавляем. Заходим с вами в кейтест. Сразу по клавиатуре пробежимся, автоматически он ее определяет. Здесь клавиатура у нас визуально стоит, которая переносная, то есть которая подключается непосредственно к MacBook'у. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас, соответственно, ETF-ки отображаются. Клавиатура вся полностью исправна. Находим с вами на проверку монитора. Набитые пиксели, на выгорание. Все у нас идеально чистенькое. Сразу на белый фон переключу. Все отлично, без каких-либо нареканий работает. Так, далее с вами переходим об этом Mac. Первый чип. Здесь он нам автоматически сразу предлагает просмотреть. Серийный номер, версия. Аккумулятор. Состояние аккумулятора нормальное. Максимальная емкость 93%. Также можно добавить отпечаток пальца. Помещаем пальчик на датчик, он у нас все начинает сканировать. Все это работает. В комплекте идет коробка, документация, коробка от него. И также непосредственно блок питания и кабель питания его родной. То есть подключаем. Все, нам зарядку это отображает. Далее по крышке. Состояние тоже отличное. Яблочко не поцарапано. Края не обиты у нас идут, ничего. Задняя крышечка тоже в идеальном состоянии. На специальных мягких подставках даже не протерта. С ноутбуком практически не пользовались. Все болтики на месте, ничего не откручивалось. Состояние нового.